Я продолжаю запись. Я без футболки футболку снял, 76. Футболки в Донецке остались, а это я постирал. Не хочу вон сидеть. Я собирал немножко яблочек своих белого налива. Они гораздо вкуснее. Дело не во вкусе, дело в том, что это яблоко. Я сейчас не собрал, они просто змеи. Пока на данный момент мне жалко отсадать. А потом как середина правильно, тогда уже будет совсем другое дело. Что-то с яблоками буду думать. В общем, у меня ужин. Перерыв на ужин.
что если два на улице в тени? 26 в комнате по Цельсию. Почти 80 по Фаренгейту.
10 часов. Обработка идет. Нет, конечно, можно подумать, один хрен компьютер работает. Так он работает со 100% мощностью, да, центральным процессором. А так бы максимум 5 было. Но он просто перегружается. И таким образом надолго его еще не хватит. Да я не за компьютер переживаю. Он уже давно бы сдох, если бы когда я его купил, я бы не работал, а им бы пользовался на всю катушку. Ему уже порядка 8 лет. А я его ремонтировал всего лишь там 2 раза. И то чистил кулер, менял термопасту 2 раза. 3 раза делал перестановку винды. И еще там какая-то замануха была, короче, на 600 гривен летела. На максимум там 1000 гривен ремонта было. Компьютер, в принципе, хорош. Я не за того, что он грохнется, мне нечего, не за что ремонтировать будет. Я за то, что не смогу продолжать съемку и выкупку в интернет. С другой стороны, хотя бы так. Я себе в Донецке оставил. Я не жалею о тех вещах, что остались в Донецке. Единственное, что принтер. То, что я заработал, будучи на напитках, я об этом не жалею. Сейчас я продал. Вот, но вот бритва. Домашний кинотеатр остался. Тот же самый принтер. Кроме МФУ, бритва и кинотеатр были заработаны на напитках. Я считаю, что я все-таки не должен был работать на напитках, распространять алкоголь. Если так рассуждать, любой другой бы на моем месте работал бы на этом отделе. Это так, но не каждый бы смог забить полки. Самый важный нужный момент, когда они были полупустые. Далеко не каждый. А это привело к тому, что алкоголик приходит, находит то, что ему надо, покупает, и идет, и мало того, что себе жизнь портит, так еще и другим портит. Я в этом принимаю непосредственно, пусть и частичное участие. От этого гадко на душе. Хорошо, что я задумался. Поэтому я, наверное, и потерял в качестве расплаты искупления грехов. Я принимаю это. Я это принимаю.
Наверное, я закончу съемку на сегодня. Буду слишком долго обрабатываться, наверное, уже. Там уже темно. Сейчас я, как обычно, взвешусь. Надо еще раз давление померить. По утрам это одно. Так, мой вес 77,1. Завтра утром должен быть вес не больше, чем этот. Уже 30 градусов. Нормальное давление, независимо от утра, либо вечера, 102/63, 66 пульс. Хотя да, утром было 94/63, пульс 69 был. Ну, короче, а я плюс-минус. Все, на сегодня я отключаю камеру. 28.